Доброе утро! Давайте мы начнем с вами занятие, но не лекцию в классическом понимании, а порешаем задачи. Мы с вами тему колебания, теорию по теме колебания всю изучили, поэтому можете даже в практических тетрадях сегодняшнее занятие записать. Тема «Вынужденные колебания с учетом сил сопротивления». Вынужденные колебания с учетом сил сопротивления. И давайте мы с вами, ну вернее, я для вас разберу задачу 3294. Давайте кратко запишем. 3294. Что у нас? Жесткость. Масса стержня. Что, пластинка? Мы, помните, решали такую задачу со стержнем? Решали. Так вот, продолжается эта задача. Еще добавлена пластинка и сила торможения. Пластинка, ток. Сила торможения КВ квадрат F. О, КВ без квадрата. Ну и все, определить вынужденные колебания, вынужденные, не закон движения, а только вынужден, закон вынужденных колебаний. Ну что, давайте расставим силы. Какие здесь будут силы? Сила упругости, я прямо по рисунку вот буду рисовать вверх. Сила упругости пружинки. Будет отдельно масса стержня, масса пластинки, то есть вес стержня, масса стержня на G, масса пластинки на G, ось X направим. Что у нас будет еще? Сила торможения будет? Будет сила торможения. F торможение. Что еще будет? Будет возмущающая сила. Возмущающая сила. Направим ее вниз. Возмущающая сила сюда. Видите, как много сил. Будет сложное дифференциальное уравнение. Но нас спасает то, что нам нужно будет найти только частное решение. Частное решение, потому что в условии требуется найти вынужденные колебания. Вот все силы мы с вами расставили. Пару минут нарисуйте аккуратно рисунок и продолжим. Второй закон Ньютона проецируем на ось движения. Mx точки равняется сила тяжести вниз.
пластинки, да, m пластинки g плюс m стержня g. Сила упругости вверх минус f упругости. Сила торможения f торможения вверх. И возмущающая сила q вниз. Можно записать, пусть у нас m будет m пластинки плюс m стержня. Ну и равняется 0,1 килограмм. 0,01 килограмм. Да. Одна, то есть 0,1 килограмм. 50 грамм и 50 грамм это 100 грамм. 100 грамм это 0,1 килограмм. Перепишем, упростим. Меняется mg минус f упругости минус f. Торможение, сила торможения плюс q. F упругости c x плюс x статическая. Сила торможения Ft k v f в квадрате. Ну и возмущающая сила 0,016 pi, а i у нас по закону 16 pi, i у нас 20 синус 8 пи т. 20 синус 8. Ну, мы уже решали с вами эту задачу, да? Помните, у нас тоже это было. 20 синус 8 пи т. Можем посчитать, это будет синус 8 пи т. Синус 8 пи т. Если 0,016 на 3,14 на 20, примерно единица. Можем сразу здесь тогда цифры подставить в цифрах. Масса тогда у нас будет 0,1 x две точки. Две точки поотчетливее. Да, нам нужно силу упругости еще, да, у нас что там будет уравновешено? У нас будет уравновешиваться сила тяжести. И что на c на x статическая. C на x статическая. Поэтому дифур-то, собственно, какой будет? Ну, давайте пока еще, да, с цифрами рано. Будет mx две точки равняется mg минус cx минус cx статическая. Минус kvf в квадрате плюс, я уже это посчитал, синус 8 пи т. Синус 8 пи т. Mg и cx статическое даст нам 0. Mg минус cx статическое даст нам 0. Поэтому перепишем. Mx две точки равняется минус cx минус kv в квадрат плюс синус 8 пи т. Ну, все, что функцию содержит, принесем влево. Mx две точки плюс cx плюс k, v это же x точкой у нас, да. Ну, так я напишу x точкой, скорость x точкой, поток в квадрате, а справа остается синус 8 t.
Вот давайте здесь уже цифры подставим. Будет 0,1 масса. С у нас 19,6. Да. Лучше, конечно, х точка на первое место, да, первую производную. Что у нас там с коэффициентами? 0,01. 0, 2 нуля, 0, 0, 0, 2 нуля, 1, поток, поток, что у нас, 10 корней из 5 в квадрате, это 5 на 100, 500, 500, x точкой, cx не забудем, плюс 19,6, x, синус 8. Посчитаем. Что это будет у нас? 0,1 x 5 точки плюс 5, да? Раз, два, раз, два. 5x с точкой плюс 19,6x синус 8 пита. Ну, разделим на массу. На массу. 0,1. Х, две точки. Так, а я с коэффициентами-то не ошибся. У нас к чему равняется? Посмотрим, как равняется. Пятьсот, да? Ну, тогда что у нас будет? Делим. Пять разделить на 0,1. Сколько? Так, хочу 50. Секунду. Сколько у нас там будет? Я правильно посчитал, ребят? Вы там следите или нет? То мне и считать, и за экран. А? Громче. Громче, у вас микрофон очень тихо. А там есть точка, там 0,5. А что ж мне не говорите? 0,1 на 500. А, да. 0,5, а не 5. Раз. Да, будет же 0,1. 0,5, да. Да, 0,5. И тогда что у нас будет? Х две точки плюс 5, да, 0,5 разделить на 0,1, 5 на 1, 5. С точкой плюс 196х. Ну, 10, да, 10. Синус 8. Ну, теперь ведем замены. Заменим. Заменим. К квадрат, коэффициент при х, пусть будет равно 196. 2b, пусть будет у нас 5. P нулевое, это прямо по тем обозначениям, которые я давал вам в лекциях. P нулевое, это D10, и P маленькое 8P. Ну и тогда что? Как у нас будет? X две точки плюс 2b, х с точкой, плюс k квадрат х равняется p нулевое синус p маленькое t. Вот так вот, такой дефор. Нам нужно найти только частное решение. В лекциях тоже вам давал x частное. В каком виде ищется? b
синус pt минус бета. А чему b равняется? b тоже в лекциях было. Откройте лекции, пожалуйста, если кто забыл. В лекциях тоже было. b равняется у нас p нулевое. Корень k квадрат минус p квадрат в квадрате плюс 4b квадрат p квадрат. Вот у нас амплитуда вынужденных колебаний b. Ну а теперь соберем частное решение с учетом этой константы амплитуды. Ну, бета это сдвиг фаз. Бета сдвиг фаз. Ну, давайте посчитаем, может, b посчитаем отдельно, чтобы не писать эти большие дроби. P нулевое у нас, мы уже высчитали 10. K квадрат 196. Минус P квадрат. P квадрат это 8π. 8 умножить на 3, 14, да в квадрате. 631. 631. Все это в квадрате. Плюс 4 умножить b в квадрате. У нас b, 2b это 5, то есть b равно 2,5. Значит, 2,5 в квадрате умножить на 631. Все под корнем. Знаменатель под корнем. Ну, давайте посчитаем. Получилось 0,22 метра там туда. Тангенс сдвига фаз. Тангенс бета тоже в лекциях была формула. Тангенс бета равняется 2bp k квадрат минус p квадрат. Давайте посчитаем тангенс бета. А я на калькуляторе посчитал, у меня без одного нуля получилось. 0,22. Да, вот это я поспешил, да, я вот на калькуляторе ответ не сбросил, да, 0,022, да, все верно, 0,022. Да. Так, так, 2bp, давайте подставлять, значит, 2b, 2b, 2b это у нас 5, значит, 2b это 5, p 8π, k квадрат 196, минус π квадрат, ну, это 631, я посчитал 631, ну, давайте посчитаем, чем равняется. Минус 0,200, минус 0,2887, минус 0,2887.
Ну, теперь считаем арк тангенс, то есть бета из дугфас равняется. Дугфас арк тангенс от этого числа. Минус 0,28. Минус. Я изменил на радианы. Минус 0,28 у меня радиан. Если у кого-то система не изменена на радианы, а считаете в градусах, градусах у вас другой ответ будет. Пересчитаете потом в радиан, у вас будет 0,28 радиан. Это не градусы. По крайней мере, у меня я. Если вы в градусах, то пересчитаете. В одном радиане сколько градусов? Ну или можно наоборот. Пи радиан это 180 градусов. Можно перевести. 180 разделить на 3,14. В одном радиане 57,3 градуса. 57,3 градуса. Ну, давайте, если мы вспомним график тангенсов, да? Тангенс в нуле чему равен? Тангенс нуля. Какие там у него? Здесь, здесь. Вот эта точка чему равна? У нас же вот такой график тангенса. Чему эта точка равна? Пи или пи пополам? Пополам, минус пи пополам. Минус 0,28 градусов, это вот у нас в третьей четверти. Можно, конечно, ответ оставить и так, но если мы вспомним свойства тангенс угла равен тангенсу x плюс пи на n. Поэтому можем записать тангенс минус 0,28 радиан равен тангенсу минус 0,28, ну вместо n единичку, минус 0,28 плюс пи. Это будет равно тангенс 2,86 радиан. Отсюда решение. В каком виде мы ищем частное решение? Частное решение ищем вот в таком виде. Вот в таком виде. Значит, ответ будет x вынужденные. Да? Уже вынужденные определяем. Вынужденные. Амплитуду мы нашли. 0,022 синус. Ну что у нас там? ПТ, а ПИ, то есть ПТ, ПТ, а П у нас равняется вот 8ПИ, П 8ПИ. Значит, будет 8ПИ минус 2,86. Ну или если получать ответ как в книге, там через ПИ, да, через ПИ, через ПИ, через ПИ. Ну, если 2,86, 2,86 мы разделим на 3,14, то будет как раз 0,91π. Ну, или вот x. Все. Задачка. Все формулы были у вас в лекциях. Все формулы я взял из лекции. А там еще Т вы забыли написать. Да. Вот 7 да, 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 да. Спасибо. Вижу. Курсор. Да. Т. Т, да, спасибо. Давайте мы решим следующую, 95-ю. 95-ю. 95-ю сейчас я скопирую. Скопирую задачку, картинку.
Прочитайте 95-ю, она основана на условии 94-й. Зарисуйте рисунок. Хотя рисунок можно и не рисовать. Можно, у нас для предыдущей задачи есть рисунок. Кратенько условия запишите и продолжим. Так, ну что у нас? 32-95. Значит, жесткость. Так, жесткость. Так, не будем, ладно, переписывать. Скорость, да, 5 метров. По сути, нам сейчас нужно найти общее решение. Видите, если мы посмотрим на ответ, частное решение, оно такое же, как в задаче 32.94. Но единственное, что в 32.94 в метрах, у нас 0, 0, 22 это метры. А в 32.95 ответ в сантиметрах. То есть 2,2 синус 8 пи минус 0,91 пи. То есть частное решение мы уже с вами получили. Осталось найти общее. Общее как ищем? С помощью характеристического уравнения. Что у нас будет? Лямбда квадрат. Да, где у нас? Давайте-ка мы его скопируем, наверное, это уравнение. Вот это вот кусок скопирую, потому что мне неудобно будет перелистывать постоянно. Так вот. Скопирую. И почищу. Ну, так. Вот это я уберу. У нас уже частное решение есть. Это мне не нужно. По сути, вот часть решения задачи. Но вы перепишите, вам потребуется, ну или если у вас есть, можно, конечно, тоже не писать, в общем, как удобно. Нам нужно найти частное решение дифференциального уравнения. Какого дифференциального уравнения? Вот я его сейчас выделю, вот этого дифференциального уравнения. Найти общее решение. Ищем общее решение этого дифференциального уравнения через характеристическое уравнение, то есть лямбда квадрат. Плюс 2b, 5 это у нас 2b, 2b лямбда плюс k квадрат, 196, k квадрат равно 0. Можем найти дискриминант b квадрат минус 4. АС. Что у нас будет? Б. Чему у нас? 2b у нас, значит, в квадрате 4b квадрат. 4b квадрат. Минус 4а единица, С к квадрат. Поставим цифры 4. Б у нас Б 2,5, да, у нас 2b 5, значит, Б 2,5. 2,5 в квадрате. Минус 4 на 1, k квадрат 196. 196, давайте посчитаем. Минус 759. Минус 759. Значит, корни какие будут? Лямбда 1, 2. Кто забыл, минус b плюс минус корень из d на 2a. То есть что это будет равно? b. b у нас 2b. Да? b из в квадратном уравнении b у нас равняется 2b. Значит, будет минус 2b. Плюс-минус корень из минус 759. 2а. А единица. 2. Ну, чему это будет равно? К
Кто с комплексными числами? На ты. Чему равно? Общее решение имеет вид x равно экспонента. Нет. Давайте мы корни найдем. Корни. Чему в итоге корни будут равны? Там же степень, а степень зависит от корней, от коэффициента альфа. Помните, у нас же комплексные, не сопряженные, значит, альфа, гамма 1, 2 будет равняться что? Альфа плюс минус бета ай. Так вот, нам корни нужно получить в таком виде. Так чему равны корни лямбда 1, 2? Ну? Посчитайте, а я через пару минут спрошу. Есть у кого ответ? Екатерина, спасайте. Минус b плюс минус корень из 9i. Корень из скольки? 759i, а потом i. Ну, там же делить на 2, давайте мы упросим. Вот получите... Да, получите вот в такой форме. Мне нужно, чему равняется альфа и чему равняется бета в комплексных корнях. Вот в такой форме альфа плюс минус бета ай. Мы потом просто будем использовать эти коэффициенты альфа и бета. Так чего? Тут же все просто. Тут делим по членам. Минус 2b делить на 2. Сколько будет? Минус b. Минус b, потом плюс минус. А что у нас? 379,5. Что? 379? Откуда это? Ну там же получается плюс минус 769 и делить на 2. Да, получается 379,5. Но мы же двойку можем тоже под корень внести. Будет 759 делить на 4. 759 делить на 4, это будет 189,75. Также, ну дайте я запишу, вот так вот я сделаю. 759,77. Ну да, 13,77. Вот, всем, чтобы было видно. Я двойку вношу под корень, то есть здесь будет что, я пишу вот даже вам подробно, 2 в квадрате. То есть чему это будет равно? Это будет равно минус b. Ну, бета мы уже посчитали, да? Б, что это? 2,5. Давайте мы запишем уже. Минус 2,5. Минус 2,5. Минус 2,5. Плюс минус 759 разделить на 4. Это будет минус 189,75. Не забываем извлечь корень. Корень. 189,75. Это 33,77. То есть плюс-минус, 13,77, прошу прощения, 13,77i. Вот. И теперь альфа, мы видим, что у нас минус 2,5, а бета 13,77. У нас просто эти альфа-бета потом пойдут в решение. Лучше их сразу посчитать. Все, если кто забыл, i квадрат минус единица. Ну, отсюда решение какое? Уже кто-то диктовал, да, будет. Я запишу общую форму. Е в степени что? Альфа Т. Потом С1 косинус бета Т. Плюс С2 синус бета Т. Вот для чего мы и считали альфа и бета. Ну и теперь, так, это общее решение, общее, подпишите, это не итоговое решение, только общее. Теперь решение Дефура ищется в виде общее плюс частное, поэтому
решение уже будет являться общее Е альфа, альфа минус 2,5, минус 2,5 Т, С1, косинус. Давайте пока в бета оставим. Бета, конечно, 13,77, и вы можете в ответ посмотреть, да, у нас там в ответах вот 13,77 фигурирует. Давайте пока в бета, мы сейчас будем производные брать, определять константы, пока пусть в бета. С1 косинус бета Т плюс С2 синус бета Т плюс частное решение, где оно было у нас, вот оно было. Вот давайте с B оставим, B синус, B синус ПТ минус бета, чтобы цифры пока не тянуть, я запишу вот так вот. B, B мы тоже находили, синус 8 и Т. Минус 0,91π. Берем производную, чтобы определить С1, С2. B у нас определено. Из одного уравнения С1, С2 не определим. Кто мне продиктует производную? Есть сложная функция. Никто не продиктует. Ну ладно. Бета Е минус 2,5 Т минус С1 синус бета Т плюс С2 косинус бета Т минус 0,7 степень 2,5 Е минус 2,5 Т. Вставляем как есть скобки С1 косинус бета Т плюс С2 синус бета Т. Правая часть тоже производную берем. Плюс приношу. Плюс. Б на 8 Пи. Б на 8 Пи. Косинус 8Т вот так. Бета, напомню, равняется 13,77. Начальное условие. А вот эти два уравнения. Начальное условие t равное нулю. Значит, что у нас со скоростью? Скорость у нас задана, да, была? Скорость 5 метров в секунду начальная. Скорость. С координатой. Что решим с координатой? Давайте еще раз условия прочитаем. Подвесили к концу нерастянутой пружины. То есть подвесили выше точки статического равновесия. То есть переместили, по сути, вверх. То есть против направления оси х. Значит, что будет? Минус. Минус х нулевое. Начальная координата. Минус МЖ на С. Но откуда это, мы уже с вами в предыдущих задачах выясняли. Что будет? Минус 5 сантиметров. Ребят, я вам дам 5 минут. С1, С2. Определите сами. Здесь нет ничего сложного, ничего не надо возводить в квадраты, складывать как... А, ну не все присутствовали на первой паре, да, не все в курсе, о чем речь. Определите С1, С2, пожалуйста, отсюда. 5 минут вам. 5 минут. В 11 я включу микрофон. Да, не 5 метров в секунду, а 5 сантиметров в секунду. 5
сантиметров в секунду. Ну, Ц1 это бета на синус минус 0,91 пи плюс 5. Ну и конечный ответ сколько? А, я не посчитал. Только в цифрах. Ц1 примерно минус 5. Ну, если ориентироваться. Если ориентироваться, да, дайте посмотреть, что там ответ. Ну, там вот посмотрите, там минус 4,39 должно быть, если, наверное, поточнее посчитать. Вот они, собственно, есть эти все. Чего, вот. Да. Вот у нас С1 минус 4,39 при косинусе, да. И вот у нас С2, 3,42 сантиметра. Получились у вас, Екатерина, похожие цифры? У меня только С1 приблизительно. С2 еще не досчитаем. Ну, давайте еще. Время у нас есть. Посчитайте. Как посчитаете С2, включите микрофон. Как успехи? Получается 3,42 сантиметра. У меня нет. Я уже запуталась. Минус 4,39 сантиметра. С2. 3,42. Ну, давайте. С2 из какого уравнения мы определяем? С какого уравнения С2 определяем? С1 вы из какого брали? Куда определили? Из первого. Из первого. Значит, С2 из второго. Давайте посчитаем вместе. Значит, скорость что у нас? Будем все в сантиметрах считать. Скорость 5. Да, 13,77. Е в степени, мы же подставляем вместо Т 0, Е в степени 0 это единица. Значит, что минус С1 синус нуля 0. Косинус нуля, да, что у нас? С2 косин. Так, давайте так. 0 плюс С2. Минус 2,5 е в степени 0 единица. Потом, что у нас? С1 косинус нуля единица. Единица. Значит, что будет С1? С1 мы уже определили с первого. Это значит минус 4,39 плюс С2 синус нуля 0, ну, значит 0, плюс B, давайте пока B на 8π, косинус пи, 8πt, мы подставляем вместо t 0, это 0, косинус минус 0,91π. Но только в радианах надо посчитать. Если будете считать, измените систему в калькуляторе на радианы. 0,91 умножить на 3, 14. Это 2,86 примерно. Минус. Ну и косинус этого числа. Минус 0,96. Минус 0,96. Минус 0,96. У меня так. Равняется, что здесь будет, 13,77 С2, минус на минус плюс, 2,5 умножить на 4,39. Вот там смотрите за мной, нигде у меня ошибок нету. Вы так же решали, Екатерин? Плюс, значит, что будет? 10. Ну, 98 кругли. Плюс, давайте посчитаем, B, сколько у нас B? B это... 0,22. Ну, мы в сантиметрах все считаем, значит, в сантиметрах сколько будет? Умножаем на 100, 2,2 в сантиметрах, да? Нашли ошибку? 2,2 на 8, на 3, 4, да еще минус, я вот тут поменяю на минус.
минус будет. Минус. Да. На 0,96 максимально подробно пишу. Спешить некуда. 5, значит. 13,77c2. Посчитаем. 10,98. Минус 42 у меня получилось. Минус 42. Там 0,7. Отсюда c2 равняется 42,07, значит, перенесем в другую сторону, плюс 5 делим на 13,7. 3,41,9, как в ответе 3,42 сантиметра. Вот все получилось, что у вас тут? Вы когда я, получается, у меня в метрах было написано число, я и считаю. Да, ну ладно, бывает. И самое главное, что вот косинус-то посчитать 0,91π, вот, да, разберитесь со своими инженерными калькуляторами, да, там можно системы исчисления менять. Ну и все, получили c1, c2. Таким образом, ответ, решение будет, что у нас? Где у нас формат? Е, да, минус 2,5t. Так вот сделаю, чтобы видно было. Е минус 2,5t, скобка, минус... Так, сейчас я выделю, куда смотреть мне. Вот сюда надо смотреть. Минус c1 у нас минус 4,39 косинуса бета у нас 13,77t. c2 плюс 3,42 это c2 синус бета. Бета 13,77t. Плюс, да, амплитуда в сантиметрах все, 2,2. Синус 8πt минус 0,91π сантиметр. Все. Пиши. Ну, у нас остается полчаса до конца занятия. За полчаса мы уже на эту тему ничего не сможем решить. Видите, задачи объемные, сложные. Но, к чести сказать, вас... обнадежить, все остальные задачи будут проще в расчетах, не такие объемные. Если есть вопросы, задавайте, если нет, всем до свидания. Да вроде бы нет особо. Ну хорошо, что так. Тогда всех отпускаю. До свидания. До свидания.